Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Спуск с горы без тормозов». Здорово, народ. Итак, друзья, сегодня у нас новенькая серия по спуску с горы. Ну и вкратце правила этого классного шоу. Прямо сейчас, друзья, у нас есть огромная гора, и в конце этой горы у нас есть прыжок. И сегодня мы с Юркой на крутых тачках будем прыгать через всю карту GTA 5. Ставьте лайки, давайте сегодня под этим роликом мы соберем 4000 лайков. Знаю, ребята, что вам это сделать будет максимально несложно, а мне будет очень приятно. Ну и, друзья, разумеется, не забывайте подписываться на канал, потому что это очень важно. Мы идем к новым отметкам и к новым высотам. Итак, друзья, вкратце правила. Мы с Юркой спавним тачки рандомно и на рандомных тачках прыгаем через всю карту GTA 5. Юрка пока у нас хворает. Юрка у нас все еще хворает, поэтому давайте мы поддержим его в комментариях. Итак, Юрка, делай себе одну рандомную тачку. Юрка, Что такое? Это М6, неплохая у тебя, окей. Друзья, я тоже делаю себе одну рандомную тачку, и у меня это, ну-ка, байки мы не учитываем. Хотя было бы классно, ребята, но они просто там будут, будем с них просто на переезде падать. Поэтому делаем тачку, у меня это очень низкая какая-то, очень низкий Nissan, ага. Итак, друзья, мы готовы, это BMW и Nissan, и мы стартуем. Окей, let's go, полетели. Итак, да, я очень низкий, друзья. И пока мы с Юркой начинаем наш первый раунд, цель которого улететь как можно дальше. Что по скорости рассказываю, потому что у меня как бы почти 860. Реально? У меня как бы 800 было, ну, почти. Но полетел я более-менее, хотя как бы очень своеобразно лечу в дом, прямо в дом. Бум! И я упал, короче. Ну, ребята, да. Я упал здесь. Очень низкая тачка. Просто посмотрите на нее. Давайте пока посмотрим, где у нас там... разгоняются. Да, давайте пока... Но едет. Посмотрим за Юркой, да, где там прыгаешь. А Юрка полетел, гляньте как. Да, лучше меня. Слушайте, ну, я, конечно, понимаю, но... Это первый раунд, где у нас не было, друзья, выбора на спавне, то есть мы тачки заспавнили, их взяли и на них мы прыгали, друзья. Дальше будет интереснее, поэтому не забывайте ставить лайки, а мы идем дальше. Итак, друзья, пока мы с Юркой делаем тачки, теперь Юра делает себе три именно реальные тачки из реальной жизни. Вот типа GTA-шный мы не учитываем, а у тебя Aston Martin. А вот такая вот, то есть это считается, считается, а это GTA-шный, мы ее не считаем. И еще ламба у тебя, да, выбирай. Друзья, пока Юрка выбирает себе тачки, в комментариях напишите, сколько вам лет. Ребята, было бы интересно узнать. И, ребята, давайте, может быть, даже так. Я отвечу под комментарием. И даже более того, напишите, друзья, в какого числа у вас день рождения. И я отвечу в комментариях тому, с кем у меня совпадет день рождения. То есть, как бы, мой день рождения и ваш. Было бы прикольно. Не, просто, ребята, день вашего рождения. Поэтому я спавню себе тачки. Первая это Nissan Sunny, такая вот маленькая. А вторая... Что? Я локтем ударился в стойку микрофона. Больно. Рука отнялась, собака. Тайм-кодик, друзья. Просто тайм-кодики этого. Юра минусовался, блин. Просто минусовался Юрка. Ладно, друзья, я беру себе корвет гоночный, обалденный полицейский. Такой бум, такой глухой такой бум. Понимаю. Ладно, поехали. Так, что ты, конечно, какой-то шустрый слишком, Юрка. Притормози, слышишь ты, блин. Какая скорость? Ну, так-то 700 потолок. А, 700 тоже. 700 с копеечками есть. И, друзья, я полетел. О, догоняю. И перегоняю. Полицейский корвет, друзья, обгоняет и перегоняет. И Юрку холодца. Это хорошо. А, давайте холодца. В комментариях, ребята, вы еще придумайте какую-то прикольную кликуху или рифму к слову юрец. У нас есть юрец-холодец, юрец-огурец. Как бы, ну это все как бы с едой связано. Поэтому, может, просто я голодный. Да, поэтому... Вот один раз подписчиков рычом назвал. Не, фрыч это лучше, да, что было. Поэтому в комментариях предлагайте свои идеи, да, а где упал Юрка, а Юрка у нас упал, получается, где-то здесь. Прямо там ты упал, хорошо, окей, друзья, это мой балл, это 1-1, и мы идем дальше. Давайте, ребята, мы предложим Юрке переименовать канал во Фрыч, ну реально, просто Фрыч.
Да. Что, прикольно. Всем привет, с вами Фрыч. Так, у Юки тут две тачки. Это не считается кривая тачка. Ты можешь поменять, если хочешь. У тебя первая... Корвет топовый. Да, корвет, а вторая у тебя что будет в итоге? Давай, у тебя вторая это... Ага. Выбирай. Короче, я пока делаю себе три тачки. Первая у меня это Skyline. Прикольненький, но не особо быстро, я знаю точно. Пыжик вообще. А третья это все как бы своеобразное, друзья. Что по скорости? Под капотом 160. 170 и 150. Прикиньте, пыш самый быстрый. Давайте, ладно, давайте возьму тачку из Форсажа. Возможно, она полетит неплохо. Я чисто, ребята, надеюсь на тачку из Форсажа. Друзья, а чья эта тачка? Кто знает, в комментариях пишите, потому что реально эта тачка одного как бы известного человека, да, но именно вот вселенной Форсажа. Так вот, чья именно в комментариях пишите. А я пока... Сколько? Сколько? Почти полторашка. Чего? Ты прям идеально полетел? Ну, так. Не идеально, к сожалению. Я чуть-чуть шарканулся, но я лечу охереть как. Реально, так я делаю рикошетик. У меня три машины упали в одно и то же место, понимаете? Офигеть. Так, где ты упал? А ты у нас... Ты еще летишь? А, да ну, гляньте, у меня так, я прыгаю. Есть, я еще не жал, прыгаю не пока знаю, к Юрцу, да, ага. Вот Юрка у нас летит, и ты у нас офигеть, где ты оказался. Обалдеть, это аж церквушка. То есть, если бы это был идеально прыжок, наверное, как ХНС бы полетел, да. Слушайте, ну нифига себе, между прочим, реально пока. Очень крутой показатель, и ускоряшка не работает, да. Окей, друзья, неплохо, это балл за Юркой, да, уж чтобы было жестко, и экстра балл, самое главное, тоже, поэтому идем дальше. Так, ну ладно, все самое интересное еще впереди. Юрка, делай себе тачечки. У тебя это... понял. Мустанг, Макларен и Какафидя. И да, я делаю себе... Феррари, спасибо, GTA за Феррари. Это прикольно. И это вроде бы что-то еще. Короче, друзья, я, разумеется, беру себе Феррари. Тачка очень крутая. Ее нужно просто, разумеется, испытать на прыжке. Тойота против Феррари, ребята. И мы начинаем наш очередной спуск. И, короче, Юрка, берегись. Потому что такой, а ты чё такой быстрый? У меня хороший внедорожник, поэтому не расслабляйся. У меня 1350, ребята, я не полетел, я врелся, поэтому я перепрыгну, да. Давай, друзья, попытка номер два, разгоняемся и идеально, хотя вроде бы там не было, ребята, 1300, напишите максималку, которую вы видели, братишка, новый экстрабал. Офигеть, серьезно? Да. Это экстра... Я полетел, слушай. Так, а ну-ка, будет ли классно? Нужен рикошет, ребята, хороший. Давай. Ну, не получилось, прям хороший, но я, ребята, упал в каньон. Просто упал в каньон, понимаете? Обалдеть. Вот это показатель, я балдею. Так, где упал ты? Покажи мне. Так, я пока отмечаю. Пытался пять раз и прыгнул херово в итоге. А где ты? А где ты упал-то в итоге, скажи, примерно хотя бы? Ну, вначале сам, бился постоянно. Ну, в принципе, да, это не важно, потому что Юра и так до меня бы не долетел. Поэтому, друзья, это очень классный показатель. Мы идем дальше. Так, ну что, мы продолжаем, дорогие друзья. Юрка, делай себе две тачки. У тебя есть BMW и Москвич. Бери Москвич, бро. Это стопудовый вариант, я тебе отвечаю. Ну ладно. А на самом деле зря, потому что он есть 700, если не ошибаюсь. Короче, делаю себе три тачки, потому что был дальше, разумеется. Первая такая BMW, прикольненькая. Гляньте, оцените тачку в комментариях. Вообще без фары. Типа воздухозаборник вместо фары, что ли. Так, вторая машина это какой-то масл кар. А третья это вот такая вообще что-то такое. Итали дизайн, да. Я думаю, либо, ребята, BMW брать, либо Итали дизайн, а что быстрее? BMW так, а у Итали побольше. Давайте возьмем, ребята, Итали дизайн, какой-то прям мощный гиперкар такой. BMW и, ребята, какая-то итальянская, что ли, тачка. Окей, let's go. Так, ну ты на старте быстрее меня, самое главное. А по максималке у меня, короче... Чего у тебя по скорости? Рассказывай. 800 с копейками. Офигеть, у меня 730, ребята. Да, блин. Я был почти близок там. Хотя, кто вопрос, как еще приземлиться на самом... А, нет, ты прилетаешь, да, дом? Давай. А, ты там! Давай! Нет, я не смог отрекашить, ты прикинь, я бы к тебе бы упал, ты представляешь. Да, возможно. И ты просто в моей куче моле, понимаешь, здесь у меня три тачки мои уже пролетело, четвертая. Вот сюда упал. Да, я видел. И упал вниз. Да. Ладненько, друзья, впереди новенький раунд, let's go. Так, ну что, ребята, я, конечно, все понимаю, но мне нужно баллы-то как бы зарабатывать.
зарабатывать, хотя у меня экстра баллы есть. У Юрки пока здесь, короче, и мусоровоз, и... Так, Бентайга первая, а вторая у тебя это Кадиллак. Выбирай одну... А, у тебя же три, у тебя же еще третья есть. Третья, точно. Да. А третья, а ты пока еще не делал, да? Валькирия. О, Валькирия, друзья. Ланика, неплохо, я делаю себе две реальные машины. Поехали, рандом, выдам что-нибудь хорошенькое, пожалуйста. Первое. Ну это не считается хорошо, но это жестко. Парысоты! Магнум! Он выпадает, ребята, и раз в году. И вот сегодня мне повезло, ребята. Ну, тайм-кодики этого где дропа. Надо, где надо, ребята, он выпал. На самом деле, я снимал здесь с Юрцом ему ролик, и там выпала Бугатти. Помнишь, чит, которая? Да, тоже было бы прикольно. Ему испытать. Ладно, короче, поехали, братишка. Мне кажется, он экстрабал не поставит. Ну, интересно. Не долетит Вангую. Ну, давай. Я врелся. Я взлетаю вверх, прыгай, да. Я тебе не... Главная проблема. А. 770 у меня. А, ты полетел. Ничего такого. Окей, прыгаю еще раз. Попытка номер два, друзья. Давай. 1000 уже есть. 1100. Я... Ну, скорость меньше сделал. 1200 с чем-то я полетел. А, я тебя перелетаю. Ты там был, получается, около каблучка. И слушай, по поводу такого. Это не экстра балл, да. Потому что как-то на фире я полетел. Просто была скорость, ну, как бы больше. Я сбавил скорость, потому что магнум врезался. Да, просто реально повезло, друзья. Здесь, конечно, да. Тоже прикольненько. Ну-ка, рикошет еще. Бум. А, не получилось. Но, в принципе, друзья, реально классный показатель. Реально, ребята, это очень круто. Балл за мной, самое главное, и мы идем дальше. Итак, продолжаем. Давай, Юрка, с тебя прямо сейчас ровно две машинки. А, у тебя, получается, первое, там у тебя что-то фургон только вижу. Так, а, Мерседес как... Стоп, а что там у тебя? Что-то еще было? Подожди. У тебя что-то здесь еще есть? Или что? А, только... Да. Только Мерс? Где? Реально есть машина еще одна, я не вижу ее. Где Вантагер она? Какой-то. Вантагер? Ну это Вантаж, я понял. А где он? Я его даже не вижу, почему. Я ты берешь его? Ну давай, потом надеюсь, что у меня появится, ребята. Я пока делаю себе три машинки. И у меня первая это Мустанг, вторая это какой-то маслкар, а третья тачка М5. Слушайте, я думаю, либо Мустанг, либо М5. И у меня как-то больше есть желание брать именно М5, но... Давайте я, ребята, возьму М5, короче. И ждем тачку Юрца. А, это у тебя кабриолет какой-то. Слушай, новая какая-то тачка, оказывается. У меня не было ее раньше загруженной на серваке. Интересно, это МК. А у меня М5КС, ребята, однако. У Юрки это обалденный вроде как Астон Мартин. А что тут у тебя по скорости? Расскажи-ка мне, пожалуйста. Ну, 740 было, чуть вниз упал. 670, пацаны, я полетел. Так, ну кто же будет лучше на прыжке в итоге? Так, я тебя пока вижу, да? Ты падаешь на эстакаде или до нее? До нее, да? Если бы я упал на дом, был бы рикошет, понимаете? Но немного не повезло, да. Но это, ребята, прикольно, тем не менее. Юрка буквально чуть-чуть дальше. Балл за Юркой, мы идем дальше. Что такое, рассказывай, что у тебя такое происходит? Я увидел вывеску, я пошел. А, я понял, давайте идем дальше. Итак, друзья, мы продолжаем. Юрка, делай себе прямо сейчас новые тачки. У тебя их три штуки, ламба офигенная. Опять твою тачку вторую. А, вот появился Мерседес. И третья у тебя это марка, если не ошибаюсь. Что берешь среди этих трех машин? Мерс. Реально? Я удалил ненужное. Окей. Давай. Я делаю себе, друзья, две машинки. Первая у меня это что? Давай. Поршик какой-то прикольный. А вторая это байк не считается. Это не считается. А, что ты такое? Это что-то реальное или это GTA-шное? Это какой-то... Так, а вот так вот если я сделаю, видишь машину эту? Так, а я, ребята, хочу ее использовать. Что-то новое, слушай. Оно как будто... Разве? Нет, вроде бы... А что не? Отпусти меня, братишка. Отпусти меня, Юра. Так, короче, а что у меня в плане винилов у него есть? Слушайте, у него винилы какие-то... А, так это винилы были? Да. Ему там экстра, слушай, какие-то у него здесь обвесы... А какие-то на колеса накладки есть, короче, с двух, причем сторон отдельные, да-да-да. Короче, тачки прикольненькие, друзья. Во, вот так прикольно, гляньте, вот это я понимаю, тачка, слушай, как будто чисто зашел в НФС, там старый, знаешь, какой-нибудь второй, и приклеил такие самые обычные винилы. Окей, на самом деле, интересно, что в плане скорости у меня будет. Что происходит? Понял, Юру там уже замотало. Ты меня снес вообще. А, реально? Так, ну у меня 600, как бы, на самом деле, по скорости, не самая быстрая тачка, ну просто как бы она новая. 670, бро, тяжелая тачка, очень, да.
Поэтому я лечу. Что такое, сколько? Кривая тачка, она не едет. Да, реально, я делаю бум, и я упал вот здесь. Прям вообще не едет. Так, я упал не очень хорошо, поэтому, Юрка, короче, ну делай, давай так, поменяй себе машинку на одну рандомную другую. На одну рандомную другую испытаем другую машину в таком случае. Юра себе тачку поменял на тачку Элвиса Пресли, что ли, такая старая прикольная машинка. Почти, да. Слушай, что в плане скорости, сейчас посмотрим. 650, что-то троит у меня. А у меня так-то было даже чуть меньше, поэтому... Вау! Ого, ты полетел. Ты видел, я как-то выплюнуло? Да-д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 а, ты перелетаешь меня, это... Чего? Думаешь? Да, я упал-то до каблука. Так, ладненько, друзья, буквально еще осталось два раунда у нас впереди, давайте там мы сделаем все оставшееся прикольное. Ладно, продолжаем, дорогие друзья. И, Юрка, делай себе три тачки. У нас буквально осталось два раунда, поэтому нужно, чтобы ты сделал прикольную себе какую-нибудь тачку. Жук! Офигеть, это жестко. Не факт, что тот. Да, не факт, что тот, ребята, их у нас несколько. У тебя еще получается две машины. Давай, у тебя вторая, это что? Ого! Это не летает, к сожалению. И вот так. У тебя просто подборка вообще прям прикольная. Короче, выбирай, я пока сделаю себе две машины. Первая это... Это окей, а вторая это вот так, друзья. Вроде как Юра прыгал на i8, если не ошибаюсь. Он падал вроде как где здание. Это вот за магистралью, ребята. Нужно реально постараться. Да, нужно реально постараться. Итак, мы, друзья, стартуем. Юра уже поехал. Я на бэхе тоже стартую. И давай, бумер. Я в тебя верю. Колеса просто заблочились. 700 скорость. 770. 700, почти 800 я полетел. Почти 800. Однако, слушай, да, я лечу... А, давай, только на здание, на здание. А, ну я перелетаю здание, прям падаю, бум! Почти на балкон упал. Вот прям вот так вот я упал и припарковался, да, четко, красиво. Итак, давайте пока посмотрим за Юрчиком, где же он там у нас летит. И да, Юра полетел тоже. Короче, вообще болтало, кстати, понял, прыгал он, высокая поверхность. Да, есть такое, бывает такое. Ну, в принципе, как и я, в двух раундах до этого, неплохо, друзья, окей. Впереди последний решающий раунд, а балл мне в карман. Продолжаем, дорогие друзья, и Юра делает себе прямо сейчас ровно две тачки. Первая есть, вторая, Kia и Патриот, нормально. Делаю себе три машины, первая это, что же меня постоянно преследует, маслкара, не понимаю, блин. Опять, типа, первая кривая, поэтому я не считаю, да. Итак, есть три тачки, друзья, итак, есть Каприз. РСК и Акура. Друзья, я возьму РСК. Да, вам не послышалось, я беру именно РС-7, да, там под капотом больше всего, друзья, и я испытаю эту обалденную тачку Audi RS7. Итак, мы стартуем, поехали. Так, давай. 600, 700, 800 с трудом уже. 800, я в тебя врезался, ты прикинь. А, ну я также полетел. Чего, я ж в тебя влетел. Не, ребят, видимо, я буду перепрыгивать, типа. Надо перепрыгивать. Да, давайте перепрыгнем, да. Попытка номер 2, друзья. Попытка номер 2 и скорость. Попыт. 900 почти есть, и я полетел, друзья. Я полетел, да, неплохо. Лечу я за кубы. Вот, это уже более-менее похоже на реальный прыжок. Лечу я за кубы на эстакаду, скорее всего, да. И сейчас будет рикошет, бум, и настройку. Вау, нифига себе, классный рикошетик. И давайте... ты упал на магистрали, то есть получается... Вот здесь упала Юрка. А, там же, где наша куча мала, видимо, да, скорее всего? Или, ну, да. Окей, друзья. Друзья, ставьте лайк, если такой прикольный, угарненький ролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока, друзья.